Все очень просто. Во-первых, они подключаются в 220, вешаются за окно. Через ваш домашний роутер подключаются к интернет и в автоматическом режиме шлют информацию на сервер, где вы в первую очередь видите, что у вас происходит за окном. Вы можете оценить качество воздуха за вашим окном, будь то на предприятии, дома или еще где-то. И вместе все эти устройства создают общую карту загрязнений. И карту вы держите на сервере, то есть вы ее как раз администрируете, эту карту? Да, это независимая карта. Мы ее подгрузили к нашему сайту «Челябинск дыши», и там вот эта карта находится вот сейчас прямо.